Крошка Антошка ТВ представляет. Привет! А давай вместе играть и учить виды транспорта. Это гоночная машина. Гоночная машина – это автомобиль, созданный специально для соревнований. Автомобильные соревнования называют гонками. Давай играть дальше! Это городской автомобиль. Городской автомобиль – это небольшой легковой автомобильный транспорт, предназначенный преимущественно для езды в городе. Играем дальше! Это внедорожник. Внедорожник – это автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью. У этой машины высокий клиренс и все четыре колеса – ведущие. Давай выберем еще одну машину. Это эвакуатор. Эвакуатор – это специальное транспортное средство, предназначенное для погрузки, разгрузки и перевозки автомобилей в случае их поломки или аварии. Продолжаем нашу игру. Это вилочный погрузчик. Вилочный погрузчик – это вид складского напольного транспорта, предназначенного для поднятия, перемещения и погрузки разных грузов при помощи специальных вил. Осталось выбрать еще одну карточку. Это трактор. Трактор – это транспортное средство с низкой скоростью и большой силой тяги, используемое для сельскохозяйственных работ. Ну что, какой мультик ты будешь смотреть дальше? Выбирай, жми на картинку. Подпишись на наш канал.